Фабрика «Флари» заключила контракт с российским телеканалом. По заказу СТС бендерские обувщики выпускают детские тапочки с изображениями популярных мультгероев. Кстати, в эти дни предприятие отметило важную дату в истории – 48 лет со дня выпуска первой пары обуви. Начало 70-х годов прошлого века. Министерство легкой промышленности СССР заключает договор с немецкой фирмой «Интро» о строительстве обувной фабрики в Бендерах. Это было первое предприятие в Союзе, которое шило текстильную обувь. Оборудование немецкое, работает и сегодня. За качеством следили тоже специалисты из ГДР. Вскоре о бендерской фабрике узнали все. Обувь уходила по всему Советскому Союзу, по всем регионам. Не отгружали буквально двум республикам. Остальные республики все получали нашу продукцию. Вот так родилось знаменитое имя «Флари». Тапочки «Татьяна» – самая популярная модель с конца 80-х, которую выпускали до 2017 года. Их придумала дизайнер Антонина Ефимова. Они очень знамениты до сих пор в Средней Азии. Их реально очень любят, покупают. Когда-то это был вообще обувь именно для праздников. Для свадеб, для дней рождения. Никто не мог прийти в чем-то другом. Ходили именно в наших вот тапочках, вот Тане. Нашей Тане вышитой. Сейчас на «Флари» тоже шьют тапочки, а еще сапоги, ботинки и валенки. А недавно заключили новый контракт с Россией. Телеканал СТС, где снимают мультфильм «Три кота», заключил контракт с нашей фабрикой на фирменную детскую обувь. Продукцию «Флари» также отправляют в Германию, Италию, Узбекистан и Казахстан. Заказы есть.